каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. Реконструкция коммунального моста, самого значимого для жителей Кызыла объекта через Енисей, идет полным ходом. Крупномасштабная стройка стартовала в конце прошлого года и с каждым днем набирает обороты. На данном этапе строительства мы производим фундаменты опор, опоры номер 1-2-8-9. Это бурение буронабивных свай. На данном этапе закончено бурение свай по опорам 1-2 и 9, это по правому берегу. Также ведем возведение фундаментов на опорах 3 и 4. Но в нашей задаче сейчас входит до начала паводка, закончить третью и четвертую опору, поднять тело фундаментов выше паводковых вод. Необходимость реконструкции транспортной артерии столицы возникла в связи с динамичным развитием правобережного микрорайона города, в том числе размещением 55-й мотострелковой бригады. В последние годы ситуацию с транспортной доступностью правого берега усложняли пробки при въезде и съезде с моста в утренние и вечерние часы пик. Реконструкция коммунального моста подразумевает строительство дополнительного моста. У нас получается двухполосное движение в сторону Абакана. И так же самое со стороны Абакана мы едем уже по новому мосту. То есть у нас получается дорога с четырьмя полосами движения. После сдачи моста у нас никаких пробок, заторов в городе не будет, так как это происходит утром и в обеденные часы с правого берега. Помимо увеличения транспортного потока, в проект объекта входит устройство тротуаров с разделительной зоной, освещение, светофоры, благоустройство заездов улиц правого берега и реконструкция подъездов со стороны левого берега. Сегодня на строительной площадке задействовано 12 единиц техники и порядка 30 человек. Основные работы ведутся по укреплению русловых опор. На старом мосту вот идет бурение буронабивных скважин. Это по усилению фундаментов старых опор, чтобы снять ограничения по мосту, по существующему мосту. Так как у нас ограничения в связи с тем, что он аварийный, сейчас вот аварийность мы убираем. Но в течение 2018 года мы ее уберем полностью. То есть можно будет ездить любым автотранспортом по ней. По опоре нового моста. То есть получается, вот забито шпунтовое ограждение. Шпунтовое ограждение забивается для предотвращение доступа воды в котлован, вода откачивается дренажными насосами, и то есть мы работаем, выводим фундаменты, уже работаем в сухом котловане. В 2017 году в рамках государственной программы России развития транспортной системы на реконструкцию мостового перехода из федерального бюджета было выделено 200 миллионов рублей, из республиканского бюджета – 11 миллионов. В этом году распоряжением правительства России Туве выделены 500 миллионов рублей, из республиканского бюджета – 40. Срок сдачи объекта – ноябрь 2019 года. После завершения работ мост сможет выдержать сейсмособытие в 9 баллов. Дачную амнистию продлили до 1 марта 2020 года. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Амнистией продлевается действие упрощенного порядка оформления и госрегистрации объектов индивидуального жилищного строительства, причем как создаваемых, так и уже созданных на предназначенных для этого земельных участках. Для них, напомним, не будет требоваться получение разрешения на ввод в эксплуатацию и, соответственно, предоставление этого документа для инвентаризации. По экспертным оценкам, дачной амнистии на данный момент не успели воспользоваться порядка миллиона граждан России. И о курсах валют. Доллар стоит 56 рублей 37 копеек, евро 68 рублей 91 копейка. Сыналом открыт. Кызыл. Интернациональная 112.
Муниципальный жилищный фонд города Абакана поздравляет всех с праздниками и дарит скидку на готовые двух- и трехкомнатные квартиры по адресам Дзержинского 187 и Жукова 89. Скидки до 200 тысяч рублей. Подробности в офисах продаж. Абакан, Советская 48 или по телефону 285-409. Акция действует до ее отмены. Бульдоштың ежіктері. Қандайық бұжық сілерінің әт сәвіңеріні бүзірілді қамғалар ежіктер. Верной Арсенал компаниясында пар. 3 марта в 18 часов в Национальном театре состоится творческий вечер актрисы театра Айзаны Чалбагол. Частым билей. Шалап турмен. Билеты в кассе театра 2-11-41. В целях доступности оказания медицинской помощи с 1 марта городская поликлиника Кызыла переходит на новый режим работы с 8 часов утра до 8 часов вечера, с понедельника по пятницу. Все врачи и специалисты работают в две смены. График работы диагностических кабинетов, флюорографии, рентгенографии и маммографии с 8 утра до 6 часов вечера. Шагонар соберет молодежь республики. Со 2 по 3 марта в Улухемском районе пройдет зональный молодежный форум «Салгал-2018». Форум станет стартовым событием инициативной молодежи в новом году и одним из отборочных мероприятий в главное молодежное событие года «Команда Тувы-2030». В работе форума примут участие около 300 молодых специалистов из разных отраслей, в том числе обладателей грантов главы Тувы на реализацию социальных проектов. На мероприятии будут работать такие образовательные площадки, как добровольчество, бизнес, развитие ЖКХ, медиа и развитие государственной молодежной политики в Республике Тыва. На форум приглашены делегации из Эрзинского, Тесхемского, Улухемского, Чедухольского, Чахольского, Зунхемчикского, Судхольского, Авюрского, Барунхемчикского, Байтагинского, Мангунтагинского, Кызылского районов, городов Кызыл и Ак-Довурак. Цель зонального форума «Салгал-2018» – показать, рассказать о возможностях для реализации идей и обучить молодежь республики проектному мышлению. В Туве дан старт региональному туру всероссийского смотра Всемирного парамузыкального фестиваля. Республиканский центр народного творчества и досуга начинает отборочный тур для участия представителей из Тувы во всероссийском смотре художественных номеров детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Приглашаются участники от 5 до 30 лет. Цели фестиваля – социальная интеграция, демонстрация равных возможностей человека вне зависимости от ограничений здоровья и уровня благополучия, демонстрация воли к преодолению сложных жизненных ситуаций и умение добиваться цели. Приказом Агентства по делам семьи и детей Тувы утвержден реестр детских лагерей на 2018 год и план распределения субсидий из республиканского бюджета в объеме 30 155 тысяч рублей, направляемых на финансирование мероприятий оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В соответствии с реестром в летний период по линии Агентства по делам семьи и детей Тувы будут действовать два загородных лагеря – Байлак в Тандынском районе и Менгичече в Менгунтайгинском районе – с общим охватом 846 детей. Один лагерь палаточного типа «Чайлак» в Эрзинском районе с охватом 180 детей. 15 лагерей дневного пребывания с общим охватом 1140 детей. В летний период открытие дневных лагерей отменены в 4 центрах социальной помощи семье и детям республики. Это центры Менгунтайгинского и Эрзинского районов, центр города Кызыла, филиал Республиканского центра соцподдержки в Терехольском районе. Итого в 2018 году планируется произвести охват 5065 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей из многодетных и неполных семей. Если вы до сих пор не определились с подарком на 8 марта, не раздумывая, отправляйтесь в дискаунтер «Ценалом» по адресу Интернациональная, 112. Здесь вы найдете подарок на любой вкус и бюджет.
Если ваша возлюбленная настоящая домохозяйка, то посуда или бытовая техника будет замечательным подарком. Женщины обычно откладывают на потом покупку наборов кастрюлей, поэтому она приятно удивится и обрадуется в наличии кастрюли разных размеров и форм. Ассортимент огромен. Сковородки с антипригарным покрытием, керамические, чугунные, блинные, а также знаменитые сковороды-гриль будут замечательным подарком для отчаянных домохозяек. Мультиварки, блендеры, тостеры – незаменимая вещь на кухне. Любимая вас точно отблагодарит вкусным завтраком или сытным ужином. Чтобы у вашей женщины, будь то мамы, бабушки или сестры, была идеальная прическа, приобретите ей в ценоломе фен, утюжок или щипцы. Она точно оценит. Смартфоны и ноутбуки также на пике популярности. Обратите на них внимание. Если вы хотите сделать подарок посерьезнее, то спуститесь в цокольный этаж. Духовые шкафы и варочные поверхности с разными функциями. Холодильники от маленьких морозильных камер до двухдверных холодильников. Если вы бережете ручки своей любимой, то не только стиральная, но и посудомоечная машинка будет подарком кстати. Телевизор – тоже хороший подарок, чтобы ваша милая могла раствориться в любимом сериале и отдохнуть от забот. С 1 по 8 марта дискаунтер «Ценолом» предлагает дополнительную скидку 8% на определенные товары. Дискаунтер работает напрямую с производителями, поэтому цены вас приятно удивят. А если вы приобретете клубную карту, то подарок вам обойдется с приличной скидкой. Все за покупками в «Ценолом». В ближайшие сутки по республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 14, местами до 18-23 метров в секунду. В Кызыле облачно с прояснениями, ночью снег, днем временами небольшой снег. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, днем порывы до 15. Температура воздуха ночью минус 14, минус 16 градусов, днем минус 9, минус 11. На дорогах местами гололедица.